Как вас зовут? Здравствуйте. Вики, давайте похлопаем, Вика. У вас реально улиточная ферма? Да. Так, и что, вы сколько лет занимаетесь этим? 8 лет. 8 лет? Так долго? И сколько у вас особей, или как? Сколько голов скота у вас? В тоннах? Серьезно? У вас такие улитки? Вот эти кассирши из Пятерочки, вы их разводите, блядь. В смысле, а сколько тонн у вас? 10 тонн? А сколько одна улитка весит? Мы сейчас посчитаем. Так, а это где-то в Питере у вас? Нет, это в Беларуси. А, в Беларуси. Это вообще ничего не меняет, если честно. А и тяжело это или как? А вы белорусская улиточная королева или как? Монополист? Серьезно? Какая самая большая улитка вырастала? Да, вот такая. Вот такая, показывает. Серьезно, да. Гриша зовут. Вы им еще и паспорта там делаете? Гриша, поехали на заграник фоткаться. Надо это... Гриша улитка? А сколько они живут? 20 лет? Или пока французы не приедут, да? И сколько стоит улитка? В русских рублях. Вот за Гришу сколько просите? А можно всех посмотреть? Выползаем, мужики. Да я тебе в халатах, ебать. Это Гриша, он у нас главный. Ну и сколько Гриша стоит? Сколько в нем грамм? Гриша, не знаю, 5000. 5000? Ты друга в 5000 оценила. Он с тобой 3 года провел. 5000? Ну это недорого. А, 5 лет, тем более. А 1000 за год. Вы уже в школу. Мама, когда в школу? Скоро, блядь. Там уже стоят эти, ножами расщепляют. И что, планируете дальше продолжать, да, это делать? Пока да. А как их готовить? Их можно на фарш через мясорубку накрутить? Котлеты можно из улиток. Как семечками, как на твой вкус. Можно так хуярить. Можно в халву в улиточную перекрутить экспансиям просто. А как в этом Спанч Бобе звали улитку? Не помните? Гэри. А, ну это Игорь и есть, да? Они с каким звуком? Мик-мик-мик-мик-мик. Да, вот так, такая ферма. Ну вот я знаю, видели видео, где индюшками чувак управляет? И они все... Как вы ими управляете? Я знаю, там цыпленок цыпа-цыпа, правильно? Кис-кис. Что улитке надо сказать, чтобы она надо пошла? Палить водой. Водой палить? И она что, пойдет на тебя? В смысле, я вот так брызгу ей? И он такой, что, сука, нахуй? Да? Так она чуть привстает, знаете, она вот так панцирь берет, что, пидорас, нахуй? В кроссовках такая. Думает... Свистнуло сверху, попадали вот так на лицо. Нет! Гэри. Слушайте, очень клево. Очень клевое занятие, да? Кто-нибудь захотел? Кто-нибудь захотел улиток завести? Есть. А вы тоже коллеги ее? Это Белорусская улиточная ассоциация у нас вся приехала. Будет сибирская. Сибирская будет? Да они там охуеют у вас. Вот эти, знаете, которые замерли из дома, вышли. Это большие будут. Как Игорь. Круто. А чем надо кормить улитку, чтобы она вымахала такая? Айсбергом. Как? Салатом? Да, салат айсберг. Хуя себе. Я его сам 3 раза в жизни ел. Улитка манер. Что еще? Яблоки. Яблоки. Какая ему, бля? Я вообще охуевший у вас там. В Беларуси. Арбузы. Подожди, они в дикой природе, они арбузы едят, по лесу ползают. Как? Травку. Чем они в дикой природе? А? А, травку. Так пусть травку кушают. Они будут невкусные на травке. Надо, чтобы были вкусные. А если вот улитку после арбузов, которая скоро на арбузами, ты ее ешь, после нее писать хочется? Тоже косточки выплевываешь после улитки. Сука. И она красноватая чуть-чуть, да? Слушайте, класс. А какое есть развитие у этого? Что можно еще разводить? Что-то, может, похожее есть? Лягушек будем скоро разводить. Лягушек.
Вы просто вот во двор вышли, что увидели? Червяков вот будем разводить, вот лопухи тоже сейчас хорошо идут. Нормальный там бизнес в Беларуси делаете. А картошка уже все, да? Отошла. Это они для нашего поколения. Картошки же они тоже имена давали. Тут и Игоря выкопали, ебать, Светлана вот, семьями растут. А лягушки тоже. Вы на Францию ориентированы, да, я понял? Почему? На Беларусь. Сколько раз этих белорусов в беретах видел, блядь, сидят, вино пьют там. Рядом с Гомелем. Где наши улитки, ебать? Ну круто. Удачи вашему бизнесу. Спасибо большое. Если кому-то надо, ребят, улиток. Хорошие. У кого есть еще похожее что-то прикольное? Очень клевая работа была. Да уже, конечно, да. Из дроч-салона, может, кто-нибудь. Улитка какая-то. Ладно, может быть, есть что-то попроще. Не надо улиток прям обязательно. Тут реально, ну уже охуеешь. Прикиньте, человек, а я какаду развожу. У кого еще есть что-то прикольное? Вы на стропоностроительном работаете? Кто производство стропона? Вы? Да. Нет, ну давайте серьезно. А вот... Кира тестит, ну она тестирует. Краш-тест стропона, ребят! Вот кованый хороший, попробуйте, ребята. Когда там кузнец встает. Ведро. Одевай, Ира. И вот хуяк сюда наклонила от веса, она пошла. А что, что это прикол какой-то ваш? Или реально? Что прикол? Что? Бьер вместо Тиндера. Пьюр вместо Тиндера. Вы там работаете? Конечно. Стоп, зачем вы это мне сказали? Мы же про стропоны разговаривали, я правильно понял? Кем вы работаете? Как вот Ира, да? Да, да. Все, видишь, напросилась. Ире, давайте похлопаем, мы пообщаемся с тобой. Кем работаешь, Ир? С недвижимостью? Благотворительность. С благотворительностью. А что за организация? Разные заказчики. Что в свою работу входит? В основном махать рабоном. Улиточница против тебя, я бы конкретно. Она тебе мстит за то, что ты на нее показала. Сейчас будешь вся в слизи сидеть. У нее же боевые улитки, ебать. Фасенки! Пошли. И срочно один безумный факт про себя. Что ты делала яркого такого, что всю жизнь будешь рассказывать? Пару месяцев, ну как, месяц назад я ездила помогать подруге в Италию. Она рассталась с парнем. И я ей помогла перегнать машину из Италии. Какая молодец. Я бы тоже поехал в Италию, потом не помогал. Жалко, у меня ни одной подруги нету там. Слушай, она когда расстанется, ей же надо, чтобы из Польши опять в Италию, там я, если что, буду готов. Не точно хуёво, слушай. Нет ощущения, что нам хуже здесь, подруги. А у меня парень бросился так плохо, надо машину в Польшу гнать, а потом Амстердам, блин, вообще, жизнь отстой. Так тяжело. И я стою, огурцы выбираю, ебать. 32 года, какие дешевле. Еще одного человека возьмем. Есть? Желающий. Может, мужика какого-то? Да, давайте. И женский голос. Да, давайте. Чего они молчат, козлы, блин? Парни, есть работа интересная? Давай, давай. Кто? Как тебя зовут? Подними руку, пожалуйста. Свят? Свят? Свят, свят, свят. Святу давайте похлопаем. Одна с детьми работает, не пошутишь. Этот Свят, как мне шутить сейчас? Давай. Свят, ты крещеный? Крещеный. Крещеный, все отлично. Кем работаешь, брат? Недвижимости. Недвижимости. С домами. Продажа что? Да, продажа.
Да, и в этом... Да хуя, походу, зарабатываешь, да? Такую радость, да! Нормально. Квартиры какие-то? Ну, ты риэлтор? Ну, менеджер. Менеджер риэлторов, да? Ну, ты продаешь, показываешь квартиры? Не показываю. А, ты такой, покупай, дальше охуеешь, да? Секрет, ебать! Я продаю, но не показываю. Там ебанешься, что там сюрприз вообще. А как ты так делаешь? Ну, так, ну, не хочу показывать. Я понял, ты около подъезда на лавке сидишь нахуй, восьмой этаж сам глянь, ебать. С балкона, круто. Или ты к этому, знаешь, который дом не построился еще, только котлован, ты подходишь, вот где-то вот там будет. Пятый этаж будет. Нет, серьезно, ты прав. Серьезно? Все, я понял. Ты вот в этом модном офисе, который рядом со стройкой, да, стоит? В центре города. В офисе, в центре города. В офисе. А я бы думал, просто на улице стоишь. И давно ты в этом деле, брат? Ну, 2 года. 2 года. Себе на квартиру заработал? Заработал. Или тоже жене ходишь, показываешь, вот здесь будет. Вот здесь будет, пока, сейчас подожди. А? До последнего. Вчера жена получила квартиру. Серьезно? Поздравляем, поздравляем. И завидуем, конечно. Почему? Брачный договор. То есть у тебя работа наебывать и тебя наебали. Как ты ее не обхитрил вокруг пальца? Я кайфую. Понимаешь, о чем речь? Она сама собой живет, а я сам собой. У тебя баба своя, да? Она со своим своей спальни, да? А ты со своей, я понял. Ты свят, хитрожопый. Слушай, и чем ты, может, занимаешься еще в жизни, кроме работы? Ну, аниме смотрю, да. Сейчас готов. Настольные игры играю. И настольные игры играешь. А какие игры настольные? Покер? Нет, нет. Там есть определенный. Сейчас я скажу. Сейчас. Как? Вархаммер, настольная игра? Да. А в Counter-Strike играл на столку? Охуенно. Вообще бомба. Реально классно. Вархаммер, ну, на столе не играл? Нет, я тоже не играл. Просто показывал, да? Я не показывал. Так, ладно, Вархаммер, дай вот ты сказал, что еще такое? Аниме. Аниме. А как ты попал в аниме? Что тебе там нравится? Это очень увлекательно. Мне нравятся межвидовые рецензенты. Межвидовые кто? Прецеденты. Прецеденты. Лицензенты. Что это значит? Я тебе объясню. Давай. Короче, мужик. Там, короче, такое аниме. Мужик какой-то. Да, да. Это такая тема, когда, короче, чуваки ходят по разным борделям и оценивают разные расы. Знаешь, да, чувак? Ага. Примерно. То есть ты видео из Таиланда смотришь, просто получается. Типа, ну, там точно не с наших планет. И какие расы? Типа, какая твоя любимая раса? Кошки, девочки! Не-не-не, не кошки, девочки. Грибы. Ебать. Так полиции и скажешь, Катя. Грибы моя любимая раса. Вообще. Квартиру, кстати, показать вам. Пойдемте. Только покажите, где жена моя сначала. Я еще не понял. Слушай, грибы и раса. Ну, бывает, что и раса, согласен. Есть еще вулканы девочки. Вулканы девочки? Да, в которых еду можно жарить, короче. Ебать нельзя, к сожалению. Ебать нельзя, но можно еду жарить. Это из столовой школьной женщины. Вулканы девочки, которые стоят, извергается каждую смену. Тем, что у детей съела вот это.
Сегодня мяса не буду. Лука, ну девочка. А еще какие расы? Кто-нибудь знает аниме? Потому что я первый раз вообще все это слышу. Я начинал смотреть «Тетрадь смерти». Да не, не. Все хуйня, это не аниме? А какое аниме? Вот конкретно про вулкана девочек нормальное, да? Нет. А какое нормально? Тетрадь смерти нормально. Тетрадь смерти заебись, говорю. Кажется, у нас драка между расами начинается.